Всем привет, друзья! Кошка по имени Нило несколько лет хранила секрет, о котором даже не догадывался ее хозяин. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Гектор Моралес нашел Нило на улице, когда она была еще крохотным котенком. Пушистая красавица любила много времени проводить на свежем воздухе, но к концу дня всегда возвращалась домой. Через время усатая питомица стала уходить из дома и приходила только через несколько суток. Гектор поначалу очень беспокоился за Нило и развешивал объявления по всему району. Но кошка каждый раз снова возвращалась, и ее поведение было обычным. Парень думал, что любимица загуляла, но после длительного отсутствия она не была истощена, да и на еду не набрасывалась. Гектор не понимал, куда уходит его кошка и где она обитает. И вот однажды молодой человек узнал тайну своего питомца. После очередного длительного отсутствия Нила вернулась с запиской, которая была прикреплена к ее ошейнику. Как оказалось, кошка жила на две семьи, и ее там даже по-другому называли. Из текста Гектор узнал, что его питомицу зовут Анжела, и когда она уходит из его дома, то живет у других хозяев. Парень был шокирован такой новостью и почувствовал себя преданным. Но позже, когда он уже успокоился, то перестал обижаться на Нила и даже стал благодарен тем людям, которые заботятся о его кошке. Через время мяукающее создание снова засобиралось покинуть Гектора. Тогда юноша написал ответ другим хозяевам и также прикрепил его к ошейнику. В записке парень обратился с просьбой дать номер телефона и указал свой. А еще он попросил предупредить, если новые владельцы отправятся в отпуск. В конце Моралес сделал приписку, что Нила пообедала тунцом перед тем, как уйти. Из этой истории видно, что кошки, так же как и некоторые люди, могут жить на две семьи. Вот такие они непостоянные существа, эти усатые питомцы. И одного дома им становится мало. Надеюсь, история вам понравилась. Приходите снова на канал, всего вам доброго.